Ну, равная игра, я считаю, такая две команды, два лидера, первое, второе место играла. Такая больше в центре поля, это честно. Но были острые моменты у них и у нас, поэтому я считаю, что более закономерная мяча. Ну, из своих игроков кому мог бы выделить, кто слабее сыграл, кто получше, так сказать? Ну, по... в первую очередь, я Оренько мог выделить, вратарь сыграл очень достойно, уверенно, вышла уверенность. В принципе, не пропустили, значит, защитная линия сыграла неплохо. В принципе, на личности я не буду переходить, но все-таки вратарь я стараюсь очень неплохо. Но все-таки ничья закономерная или но... можно было? По игре, по количеству моментов это закономерно, но в конце у нас на 92-й минуте момент, ну, не забили мы это миллион-процентный момент, поэтому забили мы бы выиграли. Ну а так ничья это закономерно, считаю, слов матча.